мои хорошие, с вами Селена Свей и... Кто? И Дынька! Ты? Да. Сегодня у нас будет мои аксессуары, которые я себе приобрела в Леди Коллекшн. И, конечно же, конкурс от Леди Коллекшн. Я уже проводила конкурс, где дарила сертификаты, и в конце будет розыгрыш. А сейчас я хочу поделиться, что же я приобрела. На самом деле, там сейчас новая осенняя коллекция и... Много приколюшек я взяла как из новой коллекции, так и из того, что у них всегда в ассортименте, в огромном просто есть. Давайте начнем, вот раз дитё бегает тут у нас, давайте начнем с того, что я взяла своей племяннице, давно присматривала, у них есть вот такие детские прикольные вещички интересные, я думаю, что будут праздники, Новый год, там еще что-то, и она обязательно захочет одеть, она у меня такая модница, моя племянница, я не сказала. Это Настя. Тебе нравится? Красавица будет она у нас, да? Скажи. На резиночке просто с фатином, такие звездочки. Очень красиво. Мне очень нравится. Так что, Настюлечка, это к тебе приедет в ближайшее время. На, Дань, можешь пока порезвиться с этим. Остальное я еще не показала. Подожди, там еще очень много прикольного. Кстати, приобрела вот такую вот штуку. Знаете, на самом деле, да, их много, выглядит, видела много всяких таких, думаю, нафиг она нужна, есть в разных магазинах. А в общем-то, увидела в Lady Collection, она достаточно такая плотная. Почему я ее взяла? Когда я была в Ялте, там продавали ручной работы такие штуки. И эта девушка, я показала, ну, подхожу и говорю, что это у вас такое? Она говорит, ой, ну, знаете, вот такая вот штука, типа, ей прически там делать. Она мне показала несколько причесок, и я даже не догадывалась, честно говоря, что этой штукой можно так сделать. А, как она сделала? Итак, показываю, делаем высокий хвост. Дэнь, смотри, что мама делает. Вечно мама что-то делает. Потом в этот высокий хвост мы вставляем нашу... Просто я этого не знала. Вот если кто-то как бы тоже не знал, что можно делать вот так. Закручиваем. Закручиваем. У меня волосы неровные, поэтому закрутка будет неровной. Да, давай закручивайся. В общем, закручиваем, 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 закручиваем. Вот так вот, да? Да опять же я не в ту сторону закручиваю. Это, короче, надо в другую сторону, поняли, закручивать? Чтобы вот эти вот штучки... С другой стороны закрывались. В общем, мы вот так вот сделали, а потом вот так распределили. Ну, сзади это делается. Вот так распределяется. Закрывается эта штука, короче. Дэнь, сейчас, подожди. Дэй хоть немножко красиво сделаю, а то скажу, что за фигню показывает эта Селена. Короче, вот так. Ну, закройся ты. Закройся ты как следует. Ну, в общем, вы поняли, да? Я просто не знала, что с помощью такой штуки можно делать все эти вещи. Просто, ну, нужно аккуратнее, я это делаю на видео, тут без подготовки для вас. Можно также делать, оставлять тут хвостик. Можно как бы много чего интересного делать. Ладно, распущу. Ну, короче, я решила взять такую штуку, и именно ее лучше брать с хорошей проволокой. И с шершавой вот этой поверхностью, чтобы оно как бы... Прикольно, держалось все крепко и... Куда полез? Дэнь! Мамка туда не разрешает. Давай. Тын-тын-тын-тын-тын. Ладно, в общем, эта штука должна быть у каждой девочки хорошего качества, а не в Lady Collection. Где наш следующий пакет? Дэнь, смотри, что я кинула. Ты развлекайся иногда. Первое, что хочу показать вообще, то, что я уже скорее думаю, надо им показать, чтобы я уже могла это носить. В общем, чокер. Блин, какая досада. Камень выпал. Представляете? Ну ничего, я вставлю камушек какой-то, потому что чокер реально крутой. Он джинсовый. А я еще себе одну штуку джинсовую купила. Блин, так обидно. А может, я не посмотрела? Черт возьми. Ну ничего. Мне все равно нравится это. Смотрите, джинсовый чокер и губка у него. В последний момент выбрала, так мне нравится. Ну, видите, камушек выпал. Но здесь есть все клапаны для камушка. Ничего страшного, я его сделаю. В общем, я буду вот так носить под свою джинсовую куртку, как раз сейчас погода позволяет. Или под джинсы. Мне кажется, это очень-очень классно, очень круто. Именно джинсы с этим сердечком, я не знаю, так мне понравилось.
Я прям кайфанула. Ну а так все хорошо закреплено и камушек мы исправим. В любом случае его можно просто даже снять. Да, он даже может здесь и не нужен. Без камушков будет. Так. Это в новой коллекции, потому что я до этого не видела этого. Я бы взяла себе давно уже такую. Дальше, что хочу показать, это кепка. Вот, кстати, да. Не знаю, мне понравилась эта кепка. Она такая, не такая вызывающая, как другие. Там были еще кепки, прям много всяких стразов, черная была. Я особо кепки не ношу, но все равно для видео, для чего-то прикольно. В общем-то, здесь такой регулятор. И вот такая вот именно она с этими звездами. И потертостями, видите, мне понравилось. Я люблю козырьки делать. Ой, заужать вот здесь вот так вот. Вот. Мне страшно любить тебя, ведь если мы целое, то полчеловека я. Мне страшно любить тебя. Классная песня. И классная кепка. В общем-то, вот, я ее хочу носить, мне она очень-очень нравится. Вот такие потертости у нее. Дальше. Давно хотела приобрести себе, и моя Кристинка уже тоже давно хотела приобрести себе. В общем, я нашла, единственное, что не нашла, чисто, без камней, большие сережки круглые. Вот я взяла золотые сережки. Кстати, скажите, как мне идет, не идет. Точнее, не скажите. А, нет, скажите, да. Комментарии будут открыты, потому что будет конкурс. Идет мне или нет? Мне кажется, что мне идут такие сережки. Вот. Это самые большие, которые я взяла в нашем магазине. Возможно, в других магазинах есть еще большие и какие-то другие. Потому что выбор там огромен. Ну как? Они здесь сделаны с какой-то насыпью. Насыпью, россыпью, что они блестят. Ну, мне кажется, нужен хвостик, да? Вот так вот. Я сейчас покажу вам поближе, что здесь у нас. Смотрите. Вот с такой вот насыпью. Оно очень блестит в определенном свете. Вот. А с другой стороны они вот просто золотистые. В общем, мне они очень понравились. Так, что ты там грызешь? Дэня, ищу вторую сережку. Вот же она. В общем, я буду скоро очень разное видео. Зай, вот не надо этих, пожалуйста. Я знаю, ты любишь их сожрать. Я тебя знаю. Ты любишь съесть то, что не нужно есть. Дальше, что у нас здесь есть? Что у нас здесь есть? Ой, я фанат брелков. Леди Коллекшн новые брелки. До этого я их не видела. Я взяла... Может, кому-то на подарочки, знаете, потому что вот такой брелок, понимаете, я была бы очень счастлива получить. Он весь в стразах. У меня брелок на ключах «Красное сердце». Символизирует прям мою любовь ко всему миру. Бабочка мне тоже кажется очень красивая, такая синяя, прям яркая. И что классно, я люблю вот такие мягкие брелки, «Черное сердце» тоже в стразах. Зай, смотри, я тебе сейчас дам. Я тебе сейчас дам брелочек какой-нибудь. Вот такие вот. Очень классные брелки. И я люблю, чтобы они были мягкие. Я люблю, чтобы они были мягкие. Ну, что ты кричишь? Ты хочешь стать блогером? Зай. На. Синюю бабочку будешь? В общем, мягкие люблю брелки с какими-то красивыми украшениями для того, чтобы они, допустим, об панель машины не бились постоянно, да? Они не очень громоздкие, при этом очень яркие и красивые. Что же мой волос прилип. Ну что ж такое? В общем, красиво. На, Дэнь, еще черное сердце. Сразу выбросил бабочку. Как ты быстро меняешь интересы. Кстати, решила попробовать взять брошь. Кстати, это не одна брошь. Не одна, а еще одна брошь у меня есть. Мне кажется, что пора что-то новое вводить, интересное, смотрите. Вот такая вот красивая вся в стразах. Что это за птица? Здесь не написано. Да ну не грызи. Только не грызи. Это можно, знаете, куда-то, я не знаю, куда. Кстати, какие у вас идеи будут? Куда можно вот эту птицу? Платье я особо не ношу. Не знаю, может, на джинсовую куртку как-то или на какую-то жакетку. Но она должна быть, знаете, такая неспортивная, мне кажется. Вот эта птичка, она не для спортивного чего-то.
Вот такая красивая птица. А второе мне очень понравилось. То есть она вот такая вот здесь откручивается. Такая брошь здесь откручивается. Сейчас я ее покажу вам. Откручивается, да, откручивается. Мы сейчас открутим. Откручивайся. А, нет, она не откручивается, она просто снимается. Ну, как я броши не ношу, поэтому я и не знаю, как правильно. Она просто прикалывается, и уголочек защелкивается вот здесь. Посмотрите, какой красивый цветок. Он такой нежный. Его вообще можно куда угодно, мне кажется. Куда угодно. Он скрасит вообще любое. Вот даже сюда. Ну-ка. Ну, здесь его не особо видно, но он нежный такой, и на каких-то вот вещах я прям вижу, что будет очень красиво и очень нежно. Красиво. Вот очень красивая брошь. И там еще, кстати, были парочку таких брошей, очень нежных, которые прям какие-то вот красивые-красивые вообще. В общем, куда идеи у вас будут, девчонки, тоже мне говорите, пожалуйста, в комментариях. Идеи, куда броши вообще. Я их никогда не носила. Мне казалось, что это какой-то... Ну, знаете, вот наши бабушки носили там какие-то брошки. Вот такое все. Так, осталось чуть-чуть. Я какой-то любитель сердец. Я увидела, когда эту повязку, подвеску. Как ее, блин, назвать? Подвеску. Ожерелье. Написано ожерелье. Ладно, вот когда я нашла вот это вот ожерелье, увидела, мне очень понравилось. Это такое сердце, оно все полностью в стразах, красивое. Ну, оно такое длинное, вот оно сюда хорошо, с длинной цепочкой. Ну, ее можно регулировать, там как-то завязать, я люблю здесь, знаете, так завязать. В общем, вот такое сердечко. Сейчас я вам его поближе покажу. Оно, кстати, со скидкой было всего за 249 рублей. Смотрите. Чё, Зай? Зай, давай кепку тебе померим. Давай, сейчас я маленький сделала размер. Покажись. О, ну ты, это девчачья, конечно, кепка. Да девчачья, ладно, кепка, не буду идти. Давайте. Дальше купила себе набор сережек, на самом деле из-за вот этих синих. Тоже они со скидкой были, но вот эти синие просто очень сильно привлекли мое внимание. Такие они яркие, красивые. И мне кажется, что их будет очень так ярко видно на моих... ушах. В общем, решила взять такой набор. Наборы вообще я люблю, потому что, знаете, что-нибудь нужно мелкое быстро одеть, и чисто для украшения, а не что-то яркое. И вот из новой коллекции у них пришла коллекция крестов. Как вы помните, что у меня есть сережки из крестов, но эти чуть побольше. Такие более какие-то такие интересные кресты. Они вообще у меня были на каждый день, на все. Я прям люблю такие. Я решила еще одни взять, потому что со временем они портятся все-таки, да, и... Не очень, как бы, нужно, ну, менять надо, да? Хотя я не в Lady Collection брала, я где-то в другом месте брала. И вот такие сережки с камушками черные. И вот красивые сережки просто с камушками будут блестеть на ушках. Знаете, всегда проблема, какие сережки одеть именно под спортивный костюм. Потому что хочется, чтобы было какое-то украшение, но при этом какие-то сережки, они все время, ну, как-то, знаете, под платье, что-то красивое. Там, Зай, давай, без вот этих вот. А ну дай сюда. Вот, и всегда проблема, какие сережки одеть. Вот эти сережки, что эти крестики. Так это те сережки, которые можно одеть, в принципе, под все. Как под платье, под спортивные платья, на каждый день. И особенно под спортивный костюм. Будет очень хорошо вот такие сережки. Итак, а теперь приступим к самому интересному. Это к розыгрышу сертификатов. Каждый сертификат на 1000 рублей для 3 победителей. Я вообще люблю для вас делать конкурсы, на самом деле. Спасибо Lady Collection, что они радуют не только меня, но и моих зрителей и являются спонсором сегодняшнего нашего конкурса. Я с удовольствием отправлю вам эти сертификаты победителям. Проверим, опять же, самых удачливых. Что для этого нужно? Правила очень просты. Вы должны быть подписчиком моего инстаграма, естественно, подписчиком моего ютуба, и сделать репост этому видео, чтобы как можно больше зрителей и людей, ваших друзей в частности, узнали об этом конкурсе и смогли в нем поучаствовать. Итак, все правила я оставлю внизу. Повторяю. Первое. Подписаться на мой инстаграм.
Второе, быть подписчиком моего YouTube. Третье, под видео нажимайте на кнопочку «Поделиться» и делитесь этим видео в одной из своих сетей со своими же друзьями. И в комментариях пишите мне «Участвую», ссылочку на ваш репост в вашей соцсети и ваш никнейм через собачку, который в Инстаграме, чтобы я могла вас найти в Инстаграме и также написать вам о том, что вы победитель, если вы будете победителем. Все подробности конкурса я продублирую под этим видео, поэтому заходите в инфобокс и смотрите. Конкурс будет длиться всего лишь 5 дней. Давайте дадим 5 дней конкурсу, потому что видео будут, я думаю, не каждый день, мы сейчас уезжаем, и чтобы все смогли поучаствовать. 5 дней, я думаю, это немного, это такая круглая цифра. Вот, и если вам что-то понравилось, вы также можете потом себе приобрести в Lady Collection. Знаете, что у них новая осенняя коллекция, очень много всего интересного. Я люблю туда захаживать, люблю что-то себе покупать. И вообще, видите, очень много всего интересного в этот раз мне удалось урвать. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Всех целую, обнимаю, всем желаю удачи. Пока-пока.